Vladimir Leonov, who is going to Tatarstan, the capital of this nice place, the city of Kazan. The host is the Fine family for this opportunity to host this tremendous in Russia in 2015 in Kazan. Our Ministry of Sport of Russia. Последние 5 лет страна построила около 300 бассейнов и водных центров. Открыто десятки центров плавания. Сегодня только системе подготовки спортсменов занимается в нашей стране до 300 тысяч наших детей. Она развивает еще много таких программ, как научить ребенка плавать с 7 до 10 лет во многих регионах. По заказу муниципалитетов мы обучаем наших детей плаванию, привлекаем их в этот замечательный спорт. Конечно же, Россия открытая спортивная держава. На территории России проходит десятки крупных спортивных событий. И совсем недавно в Москве мы завершили проверить чемпионат мира по фехтованию, проводить здесь турниры самого высочайшего уровня. Мы делаем и продвигаем этот замечательный спорт, создавая новые проекты. Мы проводим спортивные крупные проекты для того, чтобы решать несколько главных задач. Первое, это же, конечно, мы хотим оставлять огромное наследие, которое остается после таких крупных проектов. Вы знаете, что Казань принимала совсем недавно Универсиаду. И вы уже, наверное, ознакомились с этими замечательными объектами. Десятки спортивных сооружений, которые были переданы университетам, студенческим клубам, академиям спорта. На базе них открыты специальные детские спортивные школы. Вот в том водном центре открыта специализированная детская школа по водным видам спорта. И уже 6 воспитанников этой школы будут здесь участвовать в составе сборной России на чемпионате мира. Приветствую вас в Казани. Уже завтра мы станем свидетелями одного из самых значимых спортивных событий в мире. 16-го чемпионата мира по водным видам спорта. Соревнования впервые пройдут на территории Российской Федерации, состоятся практически одновременно с чемпионатом мира категории мастер. Выражаю всем членам ФИНА огромную благодарность за оказанное доверие принимать это значимые события у нас в России, в Татарстане, в нашей столице Казани. Накануне грядущих чемпионатов Казань проводит Генеральный конгресс ФИНА. Благодарю всех представителей стран мира за личное участие. Мы постарались сделать все возможное, чтобы вы почувствовали себя как дома, ведь мы одна большая и дружная семья. Нас объединяет идея развития водных видов спорта на благо здоровья и во имя процветания наших наций. Проведение таких масштабных спортивных мероприятий – это мощный стимул к развитию регионов, воспитанию единства и нравственного здорового поколения. В Татарстане водные виды спорта активно развиваются, подготовлена прекрасная инфраструктура для тренировок и соревнований. Сегодня в распоряжении жителей республики более 160 плавательных бассейнов. Водные виды спорта пользуются огромной популярностью в населении республики, особенно среди детей и молодежи. Спортивная школа Татарстана «Пламень» занимается около 6 тысяч ребят. Большой интерес вызывает занятия водным поло, синхронным плаванием, прыжки в воду. В рамках мероприятий предстоящих чемпионатов будет предоставлена возможность познакомиться с жизнью России и многонационального Татарстана. Волонтеры окажут вам самое теплое гостеприимство и помогут в полной мере почувствовать доброжелательное отношение жителей Казани. Мы постарались подготовить интересную культурную программу, которая поможет встретиться с разными национальными культурами под знаком мира и взаимопонимания. Главной культурной площадкой города станет парк ФИНА, который откроется для всех желающих уже завтра. Перед чемпионатом будет проводиться и один из самых ярких национальных праздников «Праздник Сабантуй». Уверен, чемпионат мира по водным видам спорта в Казани станет не только главным спортивным событием года, но и самым положительным образом скажется на укрепление международных отношений.
Дорогие друзья, убежден, работа Конгресса пройдет в конструктивном ключе, и его итоги будут способствовать дальнейшему развитию водных видов спорта в мире. Желаю вам успехов, благополучия и всего самого доброго. Умышлярсенга и Цуракансенга. Спасибо. Это потенциал. Good morning, ladies and gentlemen. Your Excellency, the President of the Republic of Tatarstan, Mr. Ruchman Minihanov. Your Excellency, the Minister of War of the Russian Federation. Ladies and gentlemen, for the weeks to come, tomorrow, the 16th FINA World Championship will begin, and we are happy to announce our six aquatic disciplines will provide Minister of the Sport of the Russian Federation, of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, to the organizing committee for their support, involvement, and for the first time in our thanks to our development program,